Приветствую вас, друзья! Добро пожаловать ко мне на канал. В этом ролике мы поговорим о расходниках, которые дают нам доступ к мертвым призракам, и что это такое, что за контракты, и второе по поводу запертых сундуков, которые у нас находятся в разных частях локации на Луне. Когда вы бегаете по Луне, периодически вы находите, завершая активности или открывая сундуки, по следам пропавшего призрака. Что это такое? Эти сферы вам нужны для того, чтобы вы могли взять у Эрис Морд вот эти контракты. Наведя на любой контракт, вы сразу увидите его местоположение, где вам надо искать мертвого призрака. Скажу сразу, не так легко это и искать. На контракте была написана «Адская пасть». Я отправился в эту локацию и, достаточно долго поискав, нашел вот этого призрака. Обратите внимание, он достаточно маленький. В награду вы получаете 9 фрагментов призрака, помимо этого диалог, а также кусок лора. Также вы, наверное, встречали вот такие сундуки, которые нельзя открыть. Как же они открываются? Все очень просто. Всего в комнате находится 3 руны. Вам надо их последовательно уничтожить. Если у вас неправильная последовательность, у вас выходит рыцарь казначей, которого вам надо убить и снова повторить свою попытку. Иногда руны бывают в достаточно нелепом месте, поэтому будьте внимательны. Осмотритесь по сторонам, вы точно должны найти 3 руны, их ни больше, ни меньше. Можете действовать методом тыка, после этого вы все равно найдете комбинацию. Ничего сложного тут нету. Кстати, стоит отметить, что когда вы правильно набираете, соответственно, казначей не выходит, и вы открываете себе сундук. Но возникает вопрос, что же ценного выпадает с этих сундуков? Я выбивал себе и эссенции на оружие, а также я выбивал себе и сферы, которые касаются мертвых призраков. Так что лишним это точно не будет. Удачи в поисках! Ну и напоследок по поводу кампании, потому что меня спрашивают о том, что вот мы прошли там 15-минутную кампанию, когда создали персонажа, а что, больше нету кампаний? Есть, вам нужна Аманда Холидей, она вам дает Красную войну, Осирис, а также Военный разум. Она у вас находится на башне, после этого отправляетесь в ангар, и вот она где располагается. Надеюсь, после этого ролика вопросов у вас стало меньше. На этом у меня все. Спасибо, что смотрели. Ставим пальцы вверх, подписываемся на группу, на канал, ставим колокольчик. Всех благ, друзья!